навыка. И то, я там на клоуне спокойно могу минус 4 сделать. На рыцаре, конечно, сложновато. А вот... Мор. Не одно, так другое, да? А вот если мы берем сурвов... Ты меня заметил. Так. То у сурвов прям супер сильно от скиллов зависит. Даже не столько от навыков, сколько от скиллов. Ну там какая-нибудь условно... Ля, без связи вообще некомфортно. О, я вас вижу. Какой у него интересный скин. Морозный. Морозная свежесть. А он долго так планирует? Бегать? Да. Ого! Что это сейчас было? А, это у меня пинг просто. Я нашел, она просто такая в ступоре постояла, потом, скидывать мне или нет? Ну, а не скину. Мне все равно, что ты нажал на кнопку. У меня такое ощущение, что у него это барбекю. Он сейчас так активно к кладетке полетел. Боже, как она стонет. Все-таки он ее выщемил, да? О, они кружатся там же, где я кружился. А ты не скинул, да, полет? Нет. Я же нажал, но он не скинула. А он сразу за мной пришел, вот. Сидела. Кладетка что-то так медленно чинит. Я просто промолчу. Я хочу вас промолчать и кричать. Да, он к вам хилищимся идет. Нет, ну что это за несправедливо? Я ж уже перепрыгнул, я уже бежал. Как я смог упасть? Вот как? Спасибо, что снова за мной бежал. Я это ценю. Иди спасай его. Да ё-моё, я уже который раз детальку теряю. Ярик, можешь подставиться? Желательно было бы. Где? Где-то далеко-далеко. Улачи? Нет. Там, где он висел. Уже улачи бегу. Привет, Катя, тебя. Где ты? А, о, здрасте. Спасибо. А уже. Уже все само пришло. Ну да.
Как раз мне устойчивость активировала. Вставлена. Это не моя. А ты где чинишь? Мэйн. А, да? Угу. Где они упали? Ой-ой-ой, опасненько. Его пугающая тряска. Ты всем показываешь, где ты чинишь? Да. Он сюда бежит. Падаю. Ударил ген. Он за мной. Нет, не ударил, он за мной бегает. Спасибо за хит. Я это очень уважаю. Он бьет ген. Он бьет меня. А ген он, кстати, не ударил. Так, боже мой, чел, дай мне. Ген, почему? Сам на него выиграешь? Ген ударил, кстати говоря. А, ударил? Тогда выходи оттуда. Разряд. Уходи оттуда. Он к тебе, к тебе, к тебе. Сначала он дарит стенку. Потом тебя. Потом я взорву ген. Потом я взорву ген. Блять. Боже, сними быстрее меня! Ёб твою налево, блядь, боже, что он так Дэвид. Долго. Это кладетка, точнее. Ну, да тут еще и закрывашка. Да, тряска была еще. Иди отсюда нахуй, не чини меня, блядь! Ну зачем? Блять, ну зачем? Ну кладетка. А где они? Не понял. Не понял. Он что, серьезно, кладетку не заметил? Ясненько. Два продажных человека получается. Оп-оп-оп, пошел за кладеткой. А где кладетка? Нету. А где ворота? А я не запомнила, блядь, где ворота. Конечно, когда с двумя кладовками играешь, попробуй найди, блядь. О, нашел. Где ворота? Это же ворота? Где ворота? А, ё-моё. Серьезно? Же, вторые где? Упал не за ней, что ли? За ней. Манти, манти его, девочка. Ой-ой-ой. Может, люк? Она в этой. В очаге. Где там? Еще ворота есть? Не знаю.
Она падает, кажется. Нет, не падает. Она бежит в твою сторону. Ну как в твою? А, во ворота. Бля, двое ворот рядом, пипец. Она обегает мой... Нет, он не успевает обегать мой, ну ладно. И там? У нее стояк, не говоря. Он ее бросил? Я вижу. Он сжал, он сжал. Бля, это плохо. Не успеваешь, да? Он за ней? Нет, он остается. Да, он за ней. Ну дальше сама, я, блядь, не буду рисковать. Надеюсь, она поймет, где. Нет, она у этих ворот. Блядь. Ну я дам ей шанс вырваться, может быть, нет? Зачем она к тем воротам вообще побежала? Ну, блин. О! Ух ты. Куда он ее отнес-то? Да, блядь. Он недалеко. Я по-прежнему дам шанс вырваться. Вырвайся. Ясно. Не получилось. Была бы аптечка у меня. Легче. Какой у него ник? Ха-ха-ха. Ой, блин. Ну, не было барбекю. Разлад зато был. Ну, да, странно, что он туда прям полетел. Странно, очень странно. Поменяйся! Собака 10 раз нажала на смену языка.